В университете Алихана Бакихана прошло официальное открытие филиала республиканского общественного объединения «Синемен Булашак». В мероприятии приняли участие родители из разных городов, которые приехали поддержать данную инициативу. Подробности в нашем сюжете. В современном мире существует много проблем в вопросах семьи и семейного воспитания. Воспитание детей, формирование личности ребенка с первых лет его жизни – основная обязанность матери и отца. Так и родители нашего города не обошла стороной прекрасная возможность обмена опытом с другими родителями. В университете Алихана Бакихана состоялось официальное открытие филиала Республиканского общественного объединения родителей «Синемен Булашак». Целью открытия подобного филиала является привлечение внимания к важности роли родителей в становлении ребенка как умного и образованного в будущем человека, пропаганда статуса педагога, повышение психолого-педагогических знаний и компетентности родителей. Известные в республике тренеры Ельжас Ертайулы, Галымбек Бексултанулы пообщались с родительской общественностью города. Организация «Синемен Булашак» работает напрямую с родителями, работает со школами. На форуме в нашем городе побывало около 350 родителей. Также из Усть-Каменогорска приняло участие около 30 родителей, из Павлодара около 20, еще из городов Тарас и Шымкент. Число родителей, проявивших желание стать участниками немаловажного для общества тренинга, превысило ожидания. Профессор университета Алихана Бакихана Махмуд Туебаев уверен, что проведение тренингов и открытие филиала сыграет весомую роль не только для родителей, но и для сознания всего общества. В 21 веке, в эпоху глобализации, единственный путь, чтобы не стать жертвой мировых сверхдержав, жертвой сильнейших народов, это наши национальные ценности. Все национальные ценности начинаются с семьи. Цель сегодняшнего форума – создать огромную казахстанскую страну. Чтобы войти в число 30 конкурентоспособных стран мира, нужен человеческий капитал. Для ребенка важно ежедневно наблюдать модель поведения всей семьи. И здесь необходима поддержка как со стороны матери, так и со стороны отца. По этому поводу высказался родитель, приехавший из Павлодара. Нужно придавать значение отцам в участии в школьных собраниях. Отцы должны приходить и принимать участие, это важно. Потому что и без того ребенок в основном находится дома с мамой. Ребенок остается далек от отцовского внимания и заботы. Отцы, находясь в каждодневной рутине жизнеобеспечения, не могут обращать внимание на воспитание детей. Таким образом, подобного рода форумы способствуют новому, а главное, эффективному подходу воспитания детей и дают понять, насколько важна роль родителей в становлении ребенка. Талшын Шакыртхан, Адиль Шамбисингазинов, телеканал «Семей».